расскажите, пожалуйста, о чем разговаривали со студентами и что они вас спросили, чем удивили? Здесь сегодня собраны самые лучшие студенты. Первый раз, в третий раз собирается кампус. И отрадно, что собирается в одном и том же месте. Студенты хотят работать здесь, в Татарстане. И первоначально эта идея принадлежала руководству Республики Татарстан и Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте. Ректор Академии Нумав Владимир Александрович свою часть организации несет и принимает студентов из самых разных уголков нашей страны, Рустам Нургалиевич. Как всегда, в Казани все организовано супер. Я видел счастливые, довольные лица молодежи, но они задавали очень интересные вопросы. Вопросы касаются будущего образования. Какое будет образование и цель семинара, который здесь проходит, каким мы видим и должны увидеть образование к 2040 году. Какие проблемы современного образования? Достаточно ли правительство и бюджет выделяют денег для того, чтобы профессиональное образование развивать? Какие компетенции мы должны развивать? Как будет развиваться экономика? Какие пути выхода из вот этого положения, когда наша экономика растет очень низкими темпами? Гуманитарные вопросы, вопросы образования в области истории, юриспруденции, экономики. Самые разные вопросы. Это очень была интересная встреча, очень познавательная для всех нас, я надеюсь. Это, конечно, должны решить организаторы. Мне нравится идея проведения такого кампуса в Татарстане. Я думаю, что это хорошая традиция. Во-первых, ребята здесь комфортно работают, они в безопасности. И, конечно же, посещать Казань и все, что связано с Татарстаном, это здорово. Если география будет расширяться настолько, что основная база будет находиться в Татарстане, недалеко от города Казани, но при этом посещать будут и близлежащие города, такие как Нижний Новгород, Самара, было бы еще лучше. Думаю, что не зря мы держимся за это место. У нас и в Казани есть много красивых мест, но вот мы находимся здесь. Здесь будет город будущего, новый университет и, конечно же, самое главное там – это люди. А люди вот самые лучшие находятся здесь. Поэтому мы должны привлечь их сюда. Это прекрасная возможность. И мы надеемся, Владимир Александрович, что наши традиции будут продолжены. Мы будем за это очень благодарны. И я вот при открытии сказал, мы будем здесь до тех пор, пока мы не доедим руководство республики.